А перед началом ролика советую вам подписаться на канал Юрей. На нем вы сможете посмотреть обзоры ретро-игр со смешными шутками, ролики о пасхалках в играх, да и просто веселые видео. Канал начинает фазу активного развития, так что советую подписаться, чтобы не пропустить новых роликов. Ссылка будет в описании и подсказке в углу экрана. А теперь стартуем! В общем, специально, чтобы удовлетворить и левых, и правых, я начну новую игру. Согласно теории панспермии, жизнь на нашей планете зародилась после падения кометы с органическими соединениями. Точно так же произошло и с планетой Дурман. Итак, начинается история нашего существа. Вот мы и очнулись. Дорогие мои, у нас будет спидран. Сегментированный спидран, все. Заходите на speedrun.com. Это я вне конкуренции. I'm too slow. О, господи, как его ускорило! Вот как только размножаться, так сразу же все побежал. Это клювик! Ну, там какой-то капсуль трехглазый восьмиух. А один вообще от нас уплыл. Все, он не хочет даже жить на этом новом мире. Тут, 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 тут. Вот это доктор, это было наше племя враждебное. Так. Значит так, доктор. Ты не заслуживаешь жизни. Просто не заслуживаешь. Ты был моим злейшим врагом, но теперь ты получишь по заслугам. Пэл-пэл. Пэл-пэл. А, нет, это я получу по заслугам. Я даже не заметил, как быстро это произошло. А, теперь мы зато будем обучаться тому, что у нас и так уже есть, да? С клювиком. Нети! А нет, укус он почему-то изучать не хочет. Ну ладно, давайте. Нет, стоп, стоп, стоп. Я хочу узнать, что там еще за неизвестный. Флорина. Вот тут эти вот рты, которые при загрузке появлялись. Так у него... А так он мощный. О, нет, нам с ним не связаться. Он слишком крутой. А вот это уже обезьяны, они тоже слишком крутые, все, нам сама игра говорит, иди в гнездо. Все. Моя девочка, привет. Смотри, какая у меня растяжка. Опа, опа, стабилити. И попрыгали. А нет, стоп, это я самка. Я откладываю яйцо же. Если бы реально такие были яйца, которые больше становятся, когда ты их откладываешь. Мне вот эта вот штуковина нравится, кстати. Я этот клювик убирать не буду, у него будет два рта. Он такие звуки страшные издает. На самом деле. Хорошо, как я и обещал. Трехглазый... Восьми ух. Если у нас на 8 ух хватит денег... Стоп, я придумал. У нас будут... А у нас тогда на уши не хватит. Хорошо. Слухач. Значит, 2 уха, 4 уха, 6 ушей и 8-я. Последняя, 4-я пара ушей. Ура. Все. Трехглазый... Восьми ух. Наконец-то. Я определился с названием. Только теперь давайте ему как-нибудь его презентабельнее немножечко сделаем. Как бы это ни было печально, но мы его укоротим. Клювик должен остаться. Это самое основное, что есть у нашего существа.
Так, так. Ноги. А хотя... Во, я ж хотел кузнечика сделать. Ребят, как вам? Милое создание. Ага. Мне кажется, что вполне трехглазый восьмиух он достоин. Внимание. Во, все, трехглазый восьмиух. В бой. В прямом смысле, потому что он сейчас драться будет. Он такой блестящий. А, как слышать, учить нас не будут. Трехглазый восьмиух, боже мой. Все, Флорина, а у нас... Все, мы будем сейчас убивать. Мы будем убивать у нас, потому что сразу укус уровень 3. Давай, тыкаем по кнопкам. Детей мы убивать не будем. Это слишком читерно. Нет, не потому что это какие-то моральные принципы. Нет, это просто слишком просто сделать. Кстати, у нас же всеядный рот есть, так что мы можем подкрепиться и этими фруктиками. По сути. Так что, во. Смотрите. Оп. Только если у нас почему-то это все плотоядный рот, ну допустим. Как-то он долго орал. Ну блин, хватит убегать от меня, я устал вас догонять. О, фрагментик новый. Самое время для фрагментика. Слушайте, это просто инновационный геймплей. О! Топтун Лун! Топтун Ли! Давайте я с вами подружусь, вот такие няшки. На самом деле у них просто шипы есть, они могут постоять как бы за себя. Поэтому да. А, еще потому что мы отхиляться у них можем, естественно. Люди... Обезьяны! Обезьяны злобные! Обезьяны злые! Эй! Я буду лечиться! Я не буду лечиться. Там обезьяны злые. Так вы от меня убегаете! Ах вы, заразы, от меня убежали! Мне теперь устанавливаться как-то придется. Слушайте, меня убили обезьяны, а вы уходите. Я хочу им отомстить. А вот там один вер... Яйцо тут же вылупилось. С еще одним ребеночком. А, это то есть они все возра... Куда тот делся? Все, ты теперь... Нет, стоп. Ты больше. Дети, все. Дети не идут с нами. А... Это мой сын? Это мой сын? Да? Это мой сын! Офигеть! Это так круто! У меня сын есть. Ну, пошли, друзья. Трехглазый, восьмиух, и не через такое проходил. А ты чего на месте стоишь? Там еще одни? А, это его ребенок. Почему-то мне одновременно и грустно, и смешно. Я не знаю почему, но мне и грустно, и смешно. О, хлебальник нас уже поджидает там, да? Хлебалку. Но умный гору не обходит, потому что если обходить гору, то тебя съедят. Умный гору в гору пойдет. Смотрите, какая тут гора красивая. Можно взлететь в небеса, и ты меня не съешь. Во, какая крутая. Ай. А, ему пофиг. Он нормально, он поднимется. Он поднимется. Ушлые геймдизайнеры хотели, чтобы я вокруг горы обошел. Но нет. Меня так просто не обманешь.
А вот она наша уже. Эй, народ, меня забыли! Ушли и забыли меня, и там еще какой-то остался. Ребенок, он, правда, не мой, но все равно. Вы что такие эти пупки? Там мне снова яйцо упало! Сейчас она застрянет в текстурках. Все. Летающие яйца. Давайте, я хочу видеть, как... Оно все, оно там будет висеть все время. Оно там будет висеть все время, и мы его не спустим на землю. Он, представляете, он вылупится и сразу же сдохнет из-за того, что упадет с такой высоты. Летающие яйца. Ладно, я думаю, на этом можно серию и закончить. Трехглазый восьмиух еще вернется.